Ребят, всем привет, с вами Давид, и сегодня у нас снова продолжается тема сливов по Mortal Kombat 11. Как уже выяснилось, естественно, игрушка выходит, и что может, конечно же, радовать. Вот, собственно, сегодня, ребята, произошел просто тот слив, который я ждал очень долго и очень-очень долго. По сути, разработчики и так бы нам все продемонстрировали 17 января, что, собственно, они скоро вот и сделают. Вот, по поводу игры новой части Mortal Kombat 11. Но поскольку данный слив уже настоящий, ребят, настоящий, опровергнулся в сети Twitter, вот, поэтому... Почему бы я подумал не запилить этот видеоролик на такую тему и не показать вам то, что я откопал. Вот, сегодня в Твиттере у Эдбуна на страничке от некого одного пользователя. Что ж, давайте начнем с первого скриншота. Значит, вот он, первый скриншот. Опубликован он пользователем Grim254, собачка MK11, Yuhukom 1. MK11 Leaks 100, hashtag MK1 Mortal Kombat, hashtag Mortal Kombat 11, hashtag Mortal Kombat Leaks. Ничего не понял, что значит вот все это, но я понял одно, что это, по всей видимости, пользователь, который давно как-то, вот я не знаю, контактирует с незримым Warner Bros., спустил просто инфу, получается, по поводу ростера, то есть того, какие персонажи у нас будут Mortal Kombat 11. И вот, значит, у данного пользователя, помимо хэштегов и информации о 100% чего-либо, есть еще и скриншоты, сделанные с его айфона, о котором мы перейдем чуть-чуть попозже. Значит, мы видим, что по нашему времени, по нашему часовому поясу было опубликовано данное событие, так сказать, да, в 2:30 ночи или будущего нового дня. Вот. Твиттер был сделан с айфона. Значит, на то время, как я зашел и сделал вот эти вот все скриншоты, которые я вам последующие покажу, было два ретвита и понравилось троим людям. Вот. Ну, конечно же, информация прям очень-очень свежая, но ночью я не смог записать для вас видос по этому поводу, так как, ну, у меня все отдыхали, и я тоже был сильно уставший. Мне пришлось лечь спать, конечно же. Вот, я в 3 часа ночи не стал записывать для вас вот такой вот видос. Значит, давайте перейдем к следующему скриншоту и пройдемся уже по самому росту персонажей. Я знаю, что вам это интересно, и вы сейчас это увидите. Вы тоже будете также поражены и тоже скажете, что это лучший Mortal Kombat за всю историю после девятки. Вот. Так же, как это сказал я. Ну, поэтому давайте посмотрим на это все чудо. Смотрите, значит, полный ростер. Вот он, ребята, драгоценный настоящий ростер персонажей Mortal Kombat 11. Давайте я вам его зачитаю. Рейден, Скорпион, Саб-Зиро, Люкан, Китана, Соня, Джонни, Джакс, Рейн, Кнуао, Фуджин, Барака, Нуб, Смоук, Синдел, Кенши, Кесси, Эрон Блэк, Кунджин, Квайс Котелькан, Рептилия, Фрост, Такеда, Джейд, Лимей, Кроника, Дайрик, Ташалао, какой-то, кстати, Ташалао, интересно, кто это такой, кто это такая? И вообще очень интересно сейчас, возможно, это жена Кунуао, но это лишь мое предположение. Сектор и Сайракс. Вот он, ростер персонажей. Вот, как-то так.
Что ж, ребята, у меня на этом все. Если вам понравился данный видеоролик, поставьте лайк, подпишитесь на мой игровой канал. С вами был Давид. Всем удачи, до новых встреч и всем пока!